история мумии? Нет. Слушай, дело было так. Археологи в пустыне нашли древнюю гробницу. Там они нашли очень большой гроб. Всем привет. Привет. Гроб этот был примерно 2 метра в ширину. В ширину он был примерно вот такой. Внизу он постепенно сужался. Рядом с этим гробом они нашли обломок от древней таблички. Так вот, рядом с этим гробом... Сегодня у нас рассказывают. Да, кто? Я хочу услышать самую невероятную и ужасно страшную историю. Кажется, ты ее сегодня получишь. А меня однажды так напугал кот своими светящимися глазами, что я подумала, будто у нас в доме поселилось привидение. Ну кто будет, наконец, рассказывать? Старшего. Да будь это так страшно. И чем он его напугал? Тихо, слушай. Произошла эта история в небольшом городке, примерно как наш. Жил-был мальчик по имени Максим. Учился Максим в 5 классе. Жил Максим вместе с мамой и папой. Но отец его вот уже 2 года находился в рабочей командировке в какой-то африканской стране. И скоро уже должен был вернуться. Максим с нетерпением ждал его возвращения. Они с мамой по вечерам мечтали, как пойдут кататься на лыжах в лес, а летом в поход по реке. И спорили, что отец привезет им в подарок.
завтра. Да, мама, я все уроки сделаю. Выключай компьютер и ложись спать. Ну, я еще немножко, последний уровень. Нет, время уже полночь. Ну, ладно, сейчас выключу. Привет, Макс, как дела? Как дела? Вот, постигая тайну окружающего мира, сейчас закончил делать уроки на завтра. Да, твое существование не радует острыми ощущениями. Да у тебя здесь целая научная библиотека. Ты посмотри, какие он умные книжки читает. Это все.